Всем привет, с вами как обычно Дмитрий, мы продолжаем гонять в модификацию Kiro PMO 4 Наполеона HD на тему Второй мировой войны. Коллапс Франции. 7 ходов на 5 звездочек, 9 на 1. Ну как-то адово, если честно, сделали китайцы. Даже я в своем моде примерно такие вот требования не выкладывал. За 7 ходов надо добраться до Бордо. До Марселя. Ну, конечно, тут нет вражеских генералов, и это облегчает нам задачу. Но у нас только один дядька Румель. А у противников есть как минимум вот он. Так еще и дефенсарт имеет, так что назначение не избежать. Не понимаю немножко... А, это не Швейцария, это типа городок рядом со Швейцарией. По-моему, Во или как-то так. Не помню точно, как он называется. Так, ладно, на РЗСО надо бы генерала нанять, или на дальнобойное. Авиатора надо однозначно, где Геринг мой. Можно одного танкиста нанять дополнительно. Так, артиллерия. Артиллерию дядьку Питена. Как обычно. И один из танков. Дядька Адольф. Ну все, я думаю, пока хватит. ХП всего. Так. Дядь капитан, твой выход. Молоток. Надо бы авиации этой шмякнуть по одному месту. Так, вынос. Дядька Гитлер может уехать далеко. А мы сюда легким танком тогда заедем. Дядька Гитлер пусть подсобит Руммелю с легким танком. Все, готово. Куча денег у нас есть. Я не знаю, что лучше приобрести сейчас, но надо будет сейчас подумать, все-таки взвесить и решить. А, ну тут пехота только всякая. А, ну давай, наверное, мотопехоту или гвардию. 6, 18, 12, 18. Давай, наверное... Вот этих парней. И на всякий случай манер гейма назначим. Пока конец хода я пропущу. Быстренько. Второй ход. Так, ну, вражеские укрепления смогли накостылять нашему танку. Немножко манер гейма поранили. Авиация. Так. Белиссимо. Дядьку Гитлера, наверное, сюда отправим. Сколько хп у танчика? 157. Ну давай, попробуй. Молодец. Ну все, теперь нам с итальянцами надо убрать городок. И дядька Румель может пробиться аж сюда. А, и защита танковая хромать будет. Да, тогда лучше вот так заедем сперва. Дядька Питен. Он достает. Давай его на завод тогда отправим. Или, в принципе, можно и так. Чтоб в огонь не залез. Бум-бу-бу-бум.
Гоммель, твой выход. Противник вообще какой-то днищенский нам попался. Сносит он критически мало. И это на самом-то деле хорошо. Так, майнер гейм. Кто еще у нас тут? Ой! Я не хотел, чтобы ты поехал. Рано тебе еще. Так, майнер гейм. Мы его сюда отправим. В городке приобретем еще одну пехоту и закончим ход. Майнер гейм живеханек. Геринг, ну-ка. Молодца. Сейчас на захват пойдем. Да, танк, наверное, захватим. Сколько хп у вас, милый мой? Ой, пипец. Все, дядька Гитлер входит в городок. Атаковать, конечно, не будет. Здесь капитан. 96 снимает. Молодец. А, надо еще вот этот танк легенький вынести. Так, ну, стало быть, Румелю надо ехать далеко. А дядька Майнер гейм будет разбираться тут с пехотой. Ничего себе. Не слабенько так снимает. Вражеская пехота нам. Все, враг нейтрализован. Уезжаем. Мотопехотой заканчиваем ход. Быстренько пропустим. Ромель, держись. Седьмой раунд. Я рискну пехотой, атаковать пехоту. Ай, слабенько. Слабенько как? Дядь капитан, ну-ка, ты сможешь достать? Сможет. Но он майнер гейма сейчас поганит. Ай, пофиг. Захватили. Вон, дядька Гитлер сейчас зайдет. Танчик присанет. Тут на всякий случай какую-нибудь охрану выкупим. И танком в наступление. Дядька Румель. Тебя мы отправим. Ну-ка, сейчас давай сперва Герингом подойдем. А, ну все. Румель отправляется за орденами. Атаковать не будем. Меняем ход. Майнер гейма убили, потому что противники пошли в решительное наступление. Да ничего, сейчас мы пехоту тут приобретем еще дополнительно. Гитлером вот так. Петен, твой выход. Тебе надо будет разделаться с вот этим танком. Отлично. У Ромеля еще пол хп имеется. Я думаю, этого достаточно будет до захвата в следующем ходу городка.
тут еще мясо дополнительное берем, меняем ход. Вот и все. Лишних никаких особых сложностей и хитростей тут нет. Так что было, в принципе, несложно. Так, следующая миссия, интересно, про что будет? Безымянный генерал. Слушайте, как интересно. Эти иероглифы или эти? Да пофиг вообще. Ну-ка, давай посмотрим, чем они отличаются друг от друга. Так, тут мы с вами, получается, будем флотом. А нет, каким флотом? Мы тут всем будем управлять. Это морской лев. Ууу, адовая какая миссия. Хорошо, хоть в Ирландию не надо лезть. Ну, в принципе, морской лев таки не был в жизни реализован, поэтому... Поэтому чё я тут ругаюсь? Да, будет сложно. Ну-ка, посмотрим, что за второй вариант миссии будет. И есть ли он вообще... Может, это та же самая миссия, только... 15, 11... Да нет, это другая, ребятки, миссия. Это что тут надо, интересно? Всех убить, наверное? Да французы... Всякие эти... Мракобесы... Да нет, я, наверное, сложную версию этой миссии пройду, ребятки. В следующем эпизоде. Она повеселее выглядит. Бодренько. То есть увидимся с вами мы в... Вот тут. За 10 ходов вынести вот этих всех мракобесов. В принципе, тут авиация в основном. Да. Корабль 688 хп имеет. 210 авианосец. Да, корабли, конечно, тут адовые. Надо подводников назначить хороших. И тогда, в принципе, я думаю, неприятностей не возникнет. Ладно, на этом закончим пока. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, кто не подписался, делитесь видео, ставьте под себя. Всего доброго. Увидимся вот в этой вот миссии адовой. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.